Алло. Рыбка моя. Привет. Как дела? Как у тебя дела? Да, отлично. Только в баню приехал. Откуда приехал? В баню. О, да ты что, мне в баню ездите? Ну да, баней называем тот самый шланг, с которого нас поливают, а мы под ним моемся. Очень хорошо, девушка. Это здорово, Коль. Что тут можно сказать? Сходим картошку наберем. Угу. Ой, этих. У селян. Он такой, типа... И вам продают или так дают? Так дают. Книг понабрали, книги читаем, да. Культурно развиваемся. Молодцы. Смотрите, только аккуратнее с этими селянами. Да? Что? Что они поделают? Ты же сам рассказывал эту историю. Очень интересно. Да. Везде в церквях это самое. Идут сорокаусты заказаны конкретно на себя. В Балтийске, в Калининграде. Советские две церкви и в этом самом Славске. Так что, зайка, все хорошо. Уже ли ты думаешь, что мама как-то оставит это все? Нет. У нас тут, знаешь, вот, у меня на глазах, короче, ну как, я тоже в этом участвовал. Мы пытали плена. Угу. ФСБшники. Знаешь, что такое розочка? Нет. На теле... На теле мужчины можно сделать 21 розу. Это 20 так. Пальцев и член. Прошу прощения за выражение. Ну, поняла. Ага. Вот. Видела, как розочка, когда распускается, как раскрывается? Да. Вот. Также вдоль кости кожа срезается с мясом. На всех пальцах. Угу. Потом то же самое делается и там. Вот это называется 21 роза на теле мужчин. Угу. Еще знаешь, какие пытки я видел? Такие. А почему ты говоришь, что ты принимал участие? Ну, это ФСБшники. Захватывали же, пленных приводили. Ну. И пока ждали пленных, ну, пленных этих, начальников вот этих вот камер, пыток. Ну-ну. Держали, лупили, ломали ноги, чтобы не убежали. Они еще и пытаются что-то сделать, не понимают. Да, конечно. Что... Там ничего не понимают. Ну, потому что обдолбанные, да? Да. Поймали мирного мужика, вот пацаны, это уже вот начальник этой камеры пыток рассказывал. Поймали мужика старого. Ага. Взяли у него телефон, а в телефоне фотографии всех позиций. Ой, урод, б***ь. Он на велосипеде катался, мимо позиции, с белым флажком, все. Как положено, фоткал позиции, скидывал им. Урод, б***ь. Да. Вот поэтому я тебе говорю, что нельзя им верить. Хохлы... И а этого нет, мужика, нет. Старика, забили палками резиновыми. Ага. Забили до смерти. Представляешь, да, сколько там должно быть ударов, сколько всего должно произойти, чтобы резиновой обычной палкой, ну, успокоительная она называет. Угу. Вот на губе такую принимают, применяют. Если бушевался, сразу бьешь. Вот. Куча внутренних разрывов у него было. Вот так вот у нас ФСБшники пытают. Вот один еще метод пытки. Это этот. Я забыл, как называется. Вроде бы ствол. Трубу в жопу вставляют. А, даже так? Да. И колючую проволоку туда засовывают. Вытаскивают трубу, проволока остается там. И проволоку потихоньку вытаскивают. Вот это так наше. Сказали, что вот это вот с проволокой, это еще с Чечни. Да. А ты знаешь, как украинцы издеваются над нашими? Знаешь. Да?
Поэтому даже ни капельки сожаления нету. Нет, ты что? Мы когда сидели, вот этот вот мужик, которого привели, пленный, говорит, за мою жизнь, мои пацаны две ваших заберут. Я говорю, я за каждую. Ну, а мы сидели что-то. Он сидит такой, знаешь, это. Говорит, мне плевать на смерть. Я умираю за правду. Угу. Сидит, прям орёт. Я говорю, ну если тебе плевать, говорю, почему ты тогда боишься? Угу. А он сидит, вот он привязан к стулу, да, у него сломаны эти. Крестообразные кости, ну, которую я ломал. Угу. Только они вывернуты. Он сидит, мне плевать. Я говорю, ну раз тебе плевать, почему ты боишься? Я не боюсь, я говорю, почему ты тогда кричишь? Угу. И все, он замолчал. Я говорю, научил хоть это таким вещам, мам. Морально съебать людей просто двумя словами. Тебе так нравится? Нравится? Нравится, не знаю, почему. А я тебе всегда говорила, что... В принципе, ну, что во мне, то, что я себя сдерживаю. Если бы я вот так вот попала туда, я бы тоже кайфовала от этого. Мы же с тобой одинаковые. Вот, вы на украинском что там, давай, материть, не материть. Я говорю, да что ты, говорю, нервничаешь? Говорю, уже все, отпусти, говорю, ситуацию, все нормально будет. Угу. И все. Вот, блядь, на... Вас, блядь, вы сдаетесь, сука, вас кормят, поят, блядь, домой отпускают, да, гандон, блядь? И так вот. Да. Мы тут на Пасху посидели. Так что это... Чего? Сделаем папе 21 розочку. Да? Да. Нет, да. Начнем с 5, если не поймет, сделаем еще 5. Ну, а что, он говорит, все равно работы у него не будет потом. Сейчас все работает, все встает. Поэтому руки ему не нужны. А если они ему нужны, чтобы такой ерундой заниматься, то они ему точно не нужны. Не, начнем, знаешь, с чего? Сломаем. Сломаем пальчик. Кого сломаем? Пальчик сломаем. Самый важный указательный на правой руке. Чтоб не показывал. Или в носу не ковырял. Ну так, чтобы потом пользоваться мог. Так, чтобы потом пользоваться. Ветер, я не понимаю. Очень говорю, так, интересно. Так, чтобы потом пользоваться мог. А, да? Ломаешь, да, первую фалангу больнее, чем вот весь палец ты сломаешь. Первая фаланга самая болючая. Там больше всего нервных окончаний. И там самая толстая кость. Вот. Угу. Да? Да. Вот, не поймет? Сломаем в следующий раз сразу 2. Не поймет 2. Сломаем потом 4. Геометрической прогрессии будем идти. Солнышко, ты слышишь, что мы с тобой обсуждаем? Я понимаю, что у меня уже здесь крыша едет. И для меня это нормальные вещи такое говорить. А, ну нет, говорю, у тебя крыша не едет, у тебя все в порядке. Я тебе говорю, ну, людей тут убиваем. Ну, ты уверен, что это люди? А если бы вот... Не дай бог кого-то из вас, ну, он да, это кто? Понятно. Я меня даже не грызет уже совесть, я не знаю. После этой цифры, когда переросла за 20, все, я успокоился. Прям. Это не люди. Я ж вообще добряком был. Я тебе говорю, ты просто... как я хочу тебе все рассказать. Как хочу, чтобы ты увидела вот это вот все, что во мне поменялось. Ой, рыбка моя. Пока, пока. Береги себя, мой зайчик. Я сейчас звоню. Да, обязательно.